Две трети. Это у нас крестовик. Это крестовик 3 сантиметра. У него 8 лапок. И крест на спине. У него бежевая голова. Волоски стоят на ногах. Видите? Смотрите. Крестовики, они вырастают до большого размера, до 5 сантиметров. У него такие вот есть челюсти. Он делает паутину. Это чтоб хищникам его не съели, и он сам их съел. Он питается практически всем, что попадется ему в паутину. У него 8 глазок, как вы видите. И видите, какие у него там челюсти. Он быстро бегает, но сейчас медленно. Может, он ищет место, где построить паутину свою? Как вы думаете, зрители? Он сделал паутину, видите? Зрители. Он катается, как будто на карусели. Он делает трехслойные слои паутины. Они делают эти пауки с помощью своей попки, которые не откладывают яйца. Он притворился, что он висит на паутинке, таким вот неподвижности. Видите, зрители, что у него там под низом? Есть такие вот усики, видишь? У него здесь есть такой вот ротик на попе, который он делает паутину. Крестовики, у них есть родственник. Он живет в России, и он называется сеточник. Крестовики не ядовитые, а сеточники ядовитые, как вы понимаете. У него в пятнах есть такие вот точечки, микро-микро, которые вам не видно. Он ногой держит паутину. Пока зрите, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители!